Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Хватит меня жопы делиться, Зога. Вот, с вами Демастер и Зога, и мы играем на, короче, Гомо ХД. Гомо ХД, ребят, здравствуйте, меня зовут. Да, мы играем в Бедвурс. Ой, ну, такая карта, знаешь, я когда в прошлый раз на ней пытался записать, эта серия не вышла, вчера я вроде пытался не записать. Со мной попался такой ДЦПшник. Прикинь, я зашел на центр, я забрал золото, я прям реально все сделал. Этот ДЦПшник сделал все, чтобы мы проиграли. Он ничего не делал, воровал мои ресурсы и тупо умирал. Ну, представляешь, чувак, который берет все железо и просто прыгает вниз. Я не знаю, у него он понял. Нет, знаешь, он думал, что, наверное, цель игры это прыгать вниз в пропасть. Ну, может, знаешь, типа, дофига здесь. Кто больше прыгнет, тот и выиграл. Да, слушай, а вот ты не мало мне строиться до центра, и чуваки уже другие достроились до центра. А я думаю, ты этим занимаешься, я думаю. Да, там они уже до центра и до железа достроились, знаешь, у них сейчас будут и мечи, и оружие, и луки, и все остальное, и надувные женщины. Облако в лицо. Вот женщины, а женщины. Возьми там палку себе хотя бы, чтобы скидывать людей, которых нам будут идти, потому что у нас даже мечей нет. Сейчас. Я достроился, за золото забираю. Золото все мое, чувак! Три! Куда, беги, беги. Мне не дают, уйди! Я взял, убегаю, бегу, золото, просто забираю, мне 4 золота, ровно лук, убей других чуваков, которые за мной бегут. Никто. Ну их там много было. Ну их там нету. Ну ладно, да, ладно, все, отлично, у меня есть лук. Нам нужно железо, чувак. Железо справа, сейчас зайду. Да, зайду. Зайду на железо. Заходи на железо, я пока из лука нас прикрываю. Давай, крой. Ну я, вернее, не буду тебя прикрывать, я пойду. Я тебя прикрываю, Зога, давай, иди. Ну, я не буду прикрывать, конечно же. Все, железо есть. Давай, тащи его сюда, я пока броню накуплю. Меня, веди себе. У меня есть. Я бы это не сказал себе, что у тебя уже есть. Вот, теперь мне полок на броню. Так, чувак забрал золото, бежит, нужно его скинуть. Не попал, сука, у него есть теперь лук. Все, нужно на центр бежать, Зога, нужно на центр бежать. Давай, там... ну беги, я... Справа и по центру никто... Там только справа построились чуваки, по центру... тут им обрублено, и слева желтый, стреляет из лука по мне, Мне нужно на центре помощь, чувак. Сейчас, еды. Так, я обрубил одним проход, но они у меня из лука стреляют жестко. Меня надо обстреливать с всех сторон, чувак. Давай. Все, уходи. У меня обещание, чувак, я набрал тебе на лук, понимаешь? На меч. Там у обоих чуваков луки, понимаешь, у обоих чуваков нужно им это обрубить, это. О, кого-то я убил. By the Master, лол. Я кого-то убил? Да, я вижу. Убил чувака с луком, прикинь? Ой. Все, отходи, Костя, у тебя же. Чувак, на золото возьми и иди. Давай. На, 4 золота. Или можешь дождаться так, 8 золота купить. Брутак. Можешь взять дождаться 8 золота и купить себе лук. Вот, 8 золота, Зога. Топовый лук можешь купить. Ну не топовый, который на Power 1. Да, я понял. Только не слейся. По-братски пытаюсь, давай. А мне бы еды только сказал, мне бы еды реально, а чего не хватает реально? А, блин, еды я тебя забыл скинуть, ну тебя куда? Не, погоди, у этих чуваков еще один лук был, офигеть. Да, не, я, короче, тут, знаешь, как-нибудь построю такое небольшое укрепление для себя, чтобы как-то защищаться от них. Так, меч есть, все, отлично. Тебе еды сейчас куплю, рудак себе куплю и буду жить. Так, в принципе, можно было купить слабенький лук и купить лучше вместо этого два эндер сундука, чтобы эти транспортировал ресурсы. Ну ладно, уже купим. Да, ты понимаешь, этот мид этот, он ненадежный, тут нас скинут раз, два и все. Не, понимаешь, сундук можно только хорошо спрятать. Это сверху очень хорошее место для спрятывания сундуков. Спрятывания сундука. Фишка в том, что мы сейчас заняли мид, потому что мы первый взяли лук. А зеленый только до железа простроился, и то я его скинул, бедный парень. Вот примерно такой же играл за меня, который, знаешь, вот все уже с луками, а он только понял, что железо существует. Пацаны, железо существует. Давай быстрее хавку сюда тащи и может лучше. О, я убил чувака с луком, чувак, прикинь. Вообще копать, сейчас. Они вообще, они не знаем лук, он его скинул, либо я реально слил чувака с луком у них. Так, все, я иду, брат. Главное, чтобы мне сейчас по попе не попали, а то боль будет. Сейчас, я тут кость, на. С таким небольшим разбросом расстреливали. Все. Я 7 золота, чувак. Мы живем. Так, на 7 золота. Ну, в принципе, пусть у меня будет это золото. Нужно, наверное, знаешь, какие-нибудь бортики построить, чтобы со звука не скинули. Хорошо. Потому что вот у тех чуваков, кажется, которые сейчас прямо от нас, у них лука больше нет, потому что он слился, а вот слева вроде есть. Либо наоборот, у кого-то из них. Не должно быть. У кого-то из них есть, да? А у кого-то из них есть, у кого-то из них не должно быть. Хотя можно не убить. Ни у кого вообще, Костя, не должен быть лук, понимаешь, кроме нас на этой карте. Видимо. Не, по идее, как бы так и должно быть, но просто видишь, мы с тобой поначалу что-то немного затупили, причем оба, и в итоге это. Так, все, я простраиваю бортик. Кто идет? Зога, да? Это Зога. Теперь я враг. Не слышу обоих, где стреляют Зога из лука, я по нему стреляю тоже. Давай убивай, его убивай. Он в плохом шмоте, в принципе, из двух луков мы его вообще убили на раз-два. Ну, сорян, я хочу мастеру плохо пошла. Так, сейчас, подожди.
Все, Борчик почти что простроил. Почти что. Вот, стрела. Блин, я с двух сторон обстреливаю Зога, нужна твоя помощь. Иду, иду. Блоки. Иду, иду. Иду, иду. Господи, ты сейчас. Ну, вон сбоку можно зайти. Просто так лучше стрелять. Не видишь, у них стрелы поверху летят, они будут подать в этот блок частенько. Так, зеленых один остался. Короче, это мне зеленых кажется... Зеленых он... Ой, ты зубы здесь тыщ, ёпт твою мать, чё ты так пугаешь? Я да я могу скинуть здесь, стреляю слева, 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 стреляю. А, слева, 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 но у них же не на кнокбэк. Да какая разница, всё равно эту дэмэдж там носит. Ай, боль! Сейчас. 19 золота на базу, ты чё? А, я упал! Да я ж тебя вижу, чё ты меня обманываешь. Так, ладно. Шутка не удалась, просто. Так, сейчас. Я не вижу пацана. А, это телка по мне стреляет, рыжеволосый. Телка, ты это, закадри, смотри, смотри, какая у меня удочка там, покажи. Смотри, какие у меня приватные луки. Ай! Больно. Приватные луки. А, знаем, ты видишь удочки про твои приватные луки. Отстал быстро! Отстал быстро! Зога продает ресурс пак! Подписка для подписчиков увы бесплатно дать! Зарабатывает на подписчиков увы! Тихо ты это. Поняли, да? Поняли? Вот, мастер, да, отец. Если бы я нарисовал, я бы вам бесплатно отдал, да? Да. Теперь хочешь выставить себя в лучшем свете? 7 випов на кристалликсе бесплатный РП. Что? 7 випов на кристалликсе бесплатный РП от Демастера. Ты в смысле? Это как бы... Ты... Они больше в итоге платят. Не, ну они платят за то, чтобы играть на кристалликсе, понимаешь? А, нет, а разве бесплатно играют? Не, знаешь, типа это, типа ты покупаешь випу с такой бонусом, что бак тебе ресурс пак. То есть как бы ресурс пак нельзя купить, как бы, понимаешь, его нельзя вообще купить. То есть за отдельную плату его вообще никак нельзя купить. А вот так вот взял и хоп, и все. А потом взял и хоп, и слили. Тоже как бы легко. Ресурс пак взяли и слили. Ну, не пи, да? Засранцы. Сейчас я облака выключу, я просто не знаю, где они включаются. Да, выключаю облака. Я набил бат для нашего включал облака. Сан, Мун, я не могу. Я не могу найти их. Слышь, мне кажется, нужно уже обеих этих чуваков сливать. Зеленый. А зеленый что делает вообще? Зеленый вообще херово, забей на него, но у него там своя игра, с Дмитрием Прокопенко. Окей. Я не знаю, что нам делать, реально Зога, нужно кого-то сливать. Либо левых, либо правых. Мне кажется, нужно сливать, которые прямо от нас, потому что у них там они там забились, они даже не смотрят. С другой стороны, это наоборот сливать нужно, которые слева, потому что да они. Да давай пускают... золото на фарме, да пойдем уже к чему. У нас уже около 20 или 30 золота. Ну, что, Эндерперл, да и пойдем. А зачем Эндерперл? За есть силы и скорости и погнали, нет? Ну, а Эндерперл так, знаешь, на всякий случай. Мне кажется, лишнее. Ладно, будем в центре, у меня 20 золота, сейчас куплю нам по зелью силы. Потом по моему мечу. А ты на это, еще золото забери. Так забери, мне уже хватает на все. О, у тебя про все хватает. Да, по топовому мечу и по зелью силы. А по топовому нагруднику он возьми. А, ну тут железо нужно, чувак, сейчас поступим. Вон, железо слил. Я знаю, я брал вроде недавно, там было всего 20. Не хватает на скорости, на нагруднике, на хилки, еще хилочки же нужны, понимаешь? Ну, хилочки-то быстро не завязали, если бы слышали бы его, то возможно. Ай, собакин, больно. Собакин. У меня... Рыжая бестия. Я не понимаю, куда я стреляю. Просто стреляй, по мне она собака попадает. Попытайся им продамажить сколько-нибудь. Вот желтые это просто нечто. Они просто наверху стоят такие, ай, привет, мы на вас смотрим, вы крутые. Я пацана скину. Окей. Желтый не очень, короче. Ай! Тут просто она с навесом стреляет. Ой, зеленый что-то, рэп. Ты убил кого-то? Ну он просто на меня пошел. Синий, который прямо, да, от нас? Слева от нас. Нет, слева, слева. Так, короче, смотри, где он. Синий, короче, отчаялся полностью, и он на нас идет. Нужно убивать то, которое там сидит. Ту, ну, понимаешь. Просто, ты в одной точке стоишь, и поэтому ей проще, она уже туда пристрелялась и все. Из других точек туда стрелять. Я по ней попал только что. Я по ней не могу попасть. Так что убиваем, она возьми шмотки, зога, отойди, отойди. Вот на. Топовый нагрудник, зелье скорости, зелье силы, топовый меч. Пока что не идем, пока что ничего не пей, не идем. Я скажу, о, блядь, сделай силы, забери себе обратно. Так, справа после. Нужно в этой телке прострелять, чтобы у меня было мало хп, чтобы она не высовывалась, понимаешь? Вон она слева теперь сидит, видишь? Да, они единственные активные, смотри. То есть даже желтые более пассивно играют. Помогай мне по ней стрелять, нужно по ней выпадать. Если 2-3 раза по ней пойдем, можно уже рашить. Вот пацан у него вообще useless, ничего не умеет.
Такой же вот у меня играл недавно. Вот, да-да. Просто вперед идет и говорит, тупо раш. Давай сейчас золото выгружу сейчас. Да-да, сходи на базу, выгрузи золото. 30 золота? 30 золота. Да ладно. Я мажор. Могу роликсы себе сделать. Золотые. Так, нужно просто сейчас взять и зарашнуть их по зеленым силам, зеленым скорости, и все. Как в старом добром Анигиле еще никогда слился. Они, кажется, так, строят сюда, слышишь, они строят сюда. Кто, кто у тебя желтый? Синий. А если знаешь, он даже помог, он построил такие вот штучки эти. Вот ты так желтым-то строишь, чувак, забей на желтый, я давай опять. Вома, два книги, синий, смотри, синий построил заборчик, благодаря которому мы можем закрыться и спрятаться. Так, окей, блоки, если что, есть, давай. Че, они только желтые могут нас скинуть из лука, может построим эту дорожку на них нормальную, для синих. Ай, чувак, 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 гол? Но она уже пристрелялась. Она пристрелялась, слышишь, у меня уже пол хп. Я же умру, чувак. Отходи, отходи оттуда. Отхилься, отхилься. Надо. Ой, и, еще эти присоединились. Все, они походу объединились с нами. Против них. У меня два сердечка. Я по ней попал, кстати. Я свернулся. Закройся меня. Закройте меня, мастера. Не говорю, нужно построить заборчик против этих желтых. Тёлка там, короче, все, она уже хочет к нам уже рашить. Where legendary in the короче, немцы офигели. Ну, они палят желтый. Да блин, он! Он просто в одну точку стреляет и выхожу у меня. Все, тёлка пришла, Костя. Где она? Тёлка, сзади. Она желтым пошла, кажется. А, да пофиг, не бей, не бей. Нет, она хочет простроиться сверх базы и к нам на базу прийти, понимаешь? Она умерла? Пойдем на него, да, пойдем на него. А, он там, она лук ему отдала. Волк, у меня уже был хп, чего? Да, у него топовый, что ли? Вот убьем его и ГГ, нет? У них лука нет, у них силы нет, они дно. А их, кстати, строится к зеленому, слышишь? Да в чем смысл к зеленому строится, он там желтый стоит. Где он вообще зеленый? А, вон он, смотри, смотри, смотри. Эй, ребят! Он такой, эй, ребята, я тут на башне сижу. Весело! Там опять синий бежит, слышишь? Так, давай. Если что, с мечами в голове дадим. Ну даже нечего. Че, пьем зелье скорости? Я выпил. Погоди, зря ты выпил, погоди, я сейчас застрою здесь. Гэнгста, так это гэнгста, смотри. Застрой нас блоками, застрой блоками, что я могу зелье здесь бить, чтобы нас желтый никто не стрелял. Блин, а я не смогу. Пью зелье, пью второе зелье. Я тоже одно зелье. Она там звука пристрелялась уже. Все, я по ней стрелял, она упала, пойдем, бежим. Все. Ломай. До свидания, братишка. Я ломаю, Я гангстера убиваю, убил. Все, ломай. Возвращаемся обратно, они уже на нашу базу бегут. Так, тихо. Желтый как там? К желтым сразу же, гоу к желтым. Го. У нас пока здесь силы, здесь скорости не кончилось. Типа я насечу на базе все равно есть шмотки. Так, и золото. Я сейчас залутаю золото и тут выкину нам прям на. Давай. Все, давай, погнали желтым. Они даже не смотрят, чувак, лоу. Давай! Это Иси! Где? Вот я даже не бьем его, а нет, все, бьем. Я убиваю. Я убил его, давай. Чувак, ломай кровать. Давай, я ломаю. Меня. Отлично. Так, наверх. Они бегут нам, Желтый бегут нам. Так, ну а скорость. У нас сила. У нас. Самое лучшее качество атлетов. Так, ну нашего зона, сходи, посмотри, что там. Так, я синего видел где-то. Вот я спрятался. Один синий, сейчас. Один желтый, да, остались? И один зеленый. Ой, ё-моё! Ты убил его? Нет. Я его испугался немножко. Он бежит нам, да? На мид пришел. Я тут здесь что-то тусуюсь. Сейчас убьем. Желтый один на своей вышке стал, синего убиваем. Свидание. Все, желтого. Здесь нужно убивать желтого, он там на вышке где-то у себя сидит. Да, он зале силы, зале скорость еще долго будут, в принципе, действовать. Да, он там наверху, видишь, у них. Да, вроде видел. Сейчас, он тебя скинет такой изи, может. Я сейчас ему лицо скину. Давай, опрокини пацана на суплекс. А где он здесь тусуется? Не вижу его никак. Сейчас, давай, прокопаем. Нет, что-то вообще нет. Только что его ник здесь был. Ой, может, по мосту пошел? Да, реально, пойду. Прикинь, нашу кровать уже ломает. Прикинь, моим лицам там снова. Так, я что-то вообще не понимаю. У нас там на базе 50 золота, если что. Блин, кстати. Что, возвращаемся? Да, возвращаемся. Пофигу, заберем. Давай ты возьмешь, что я здесь осталось. Ай, хп на ноль. Просто беги на нашу базу, я здесь разберусь сам, окей? Давай. Я нашел его. Он наверху засел. Прям наверху? Да, на самом верху, вверху. Вверху. Так. Я убил его, все. Нет, так, желтый минус. А, все, да, это остался один зеленый, который ничего не делал. Давай эндерпёрл, мы прямо его зарашим. Погоди, подожди, а может кинем в него атомную бомбу?
А, давай, реально. Не, я слышу, на нем мало построек, в принципе, мне кажется, это бессмысленно. Да не-не-не, давай, да давай, сейчас смотри. Смотри, сейчас я найду. Сколько она стоит, это я там, наверное. Ей нужно, понимаешь, ей нужно еще докинуть, нужно поближе подойти, чувак, понимаешь? Давай, она стоит, давай каждый кинет по одному разу, я две куплю. А на эндерперлы хватит? На эндерперлы, да, хватает. Купи эндерперлы и две бомбы. Две эндерперлы, да, и две бомбы. Мы выиграли? В принципе, у него нет лука, зачем вообще эндерперлы? Бум, у меня чипка открылась. Дай мне эту бомбу. На бомбу, тихо. Стой, давай ближе, представимся, чтобы эндерперлы мне точно прилетели. Так, эндерперл, бомба. На счет три её кинем. Ты стой. Надо поближе построиться к нему. Давай, давай, стройся, стройся. Так, вот так вот нормально будет? Да подожди, я его скину. Проект. Чего бомбу? Давай, раз, два, три. С ним же плохо будет. Он все исчезает. Бош! Стреляй лука из него. Дай эндерперлами теперь. Оп. Смотри, лол, кровать открылась. До свидания, до свидания. Лол, это было смешно, если честно. Окей, да, это первый раз, когда мы используем эти бомбы на видео. Да, ну на самом деле, знаешь, зачем эти бомбы реально хороши? Чтобы вот так вот реально стенки ломать и все такое. Да, здесь, да, в принципе, да, не было ничего, и поэтому мы просто у кровати вверх сломали. Кстати, вот эти блоки, которые кровать защищали сверху, они сломались. Вот, можно, наверное, так рашить, смотри, типа берешь бомбу, идешь, рашишь. Да, стена стоит какого-нибудь, кинул в стену, бах, дыра в стене пробежал, все. Да, и пацанов тоже раскидало. Либо ты бежишь, короче, видишь, там впереди кровать, да? А, застроена блоками, кидаешь вперед на ход, да, подбегаешь, а к этому времени там уже все взорвалось. А вдруг она этот дэмэджит тебя тоже. Да, да, ну ты кинул типа на ход, ты видишь, что там блоков 15. Она же кидается на 15-20 блоков. Вот, ты кинул ее типа на ход, и пока бежишь, она уже взорвалась, и вот ты побегаешь, она взрывается, тебя не цепляет еще взрывом, а ты проламываешь сразу же кровать. Потому что вообще блоки все вокруг ломают. В принципе, я думаю, ну, имба, короче. Да, на них железные блоки можно, видимо, сломать и все остальное. Ну ладно. В принципе, это все. С вами был Демастер. И сука. Под конец так умирать начал. Держался, как фигуру как мог, чтобы не умирать. Вот, надеюсь, скоро уже выздоровлю. Вот, и все будет хорошо. Ну а пока на этом все. С вами были Демастер и Зога. Подписывайтесь на наши каналы, ссылочки будут в описании. Также не забывайте комментировать под видео, писать, что вам нравится Бэдварс там, или, например, что вы хотите видеть в видео там. Вот, ну а это все. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока, ребят. Мы с чуваком остались вдвоем, поэтому нормально все. Так, чувак, отлично. На регенерацию. Чтоб не стеснялся. Не регенится сейчас. Ты видишь, что ты? А вот хрен знает. Да, выживай, брат, я в тебя верю. Я тоже в тебя верю, но возможно не. Какой у него ник? Не знаешь?